Сегодня в Перми открылись 10-е всероссийские зимние сельские игры. Сборную Чувашии представят 17 спортсменов-любителей из 5 районов республики. У сельских игр уже сложился свой формат. Помимо чисто спортивных дисциплин, лыжные гонки, палеотлон, шахматы и шашки, здесь присутствуют и соревнования механизаторов и дояров, так называемое троеборье. Особый статус определен и для спортивных семей. Это будет отдельная номинация. Семья Никифоровых из Янтиковского района участвует в зимних спортивных играх уже 4-й раз. В позапрошлом году они стали победителями. Любой человек, наверное, перед большими соревнованиями волнуется, но волнение, оно как? Если ты готов, если ты уже готовился, ну, наверное, волнение чуть другие. Если ты не готов, я тоже другой. Ну, мы чуть-чуть как бы подготовились к этим соревнованиям. Будем надеяться, что хорошо выступим. Министр спорта Василий Петров пожелал всем участникам удачи и высоких спортивных результатов.